Здоровом теле, здоровый дух. С таким настроем группа молодых людей еженедельно собирается и устраивает русские пробежки. Жизнерадостные девчонки и мальчишки вот уже в который раз бегут по набережной Енисея. Российские флаги развиваются над их головами, а это по-настоящему красивое зрелище. А началось все с малого. Наши сборы начались в конце июля месяца. Мы показываем людям, которые у нас частенько здесь проводят свой досуг с горячительными напитками, мы им показываем, что у них есть выбор, чем заняться, что нужно работать над собой. И только этим можно достичь здоровой, процветающей нации. Теперь это стало уже своеобразной традицией. Добежав до стадиона, ребята начинают играть в футбол, приседать, отжиматься, разминаться и просто хорошо проводить время. Как вы можете видеть, наши акции проводятся под тремя основными флагами. Первый из них – это флаг Красноярского края. Второй – это наш триколор Российской Федерации. И третий флаг, который часто все путают с флагом Германии, на самом деле это флаг Российской империи. Под этим флагом было отменено крепостное право в России, был взят Кавказ. Много великих событий нашей истории связано именно с этим флагом. Как здорово, что в нашем городе столько молодых ребят заботятся о своем здоровье, занимаются спортом и заряжают окружающих позитивом и энергией. За здоровой молодежью! Будущее России! Евгения Грудинкина, Максим Чупин, Новости ФМ.